извиняюсь за такую долгую заставку. Ее можете исправить только вы, нажав на кнопочку лайка. Когда вы нажмете на кнопочку лайка, вы... заставка будет с каждым лайком становиться на 10 секунд меньше. Поэтому подним... Ребят, ну давайте пока мы будем подниматься наверх, да. В прошлой серии, кто не смотрел, мы начали строить, вот, как вам сказать, мы начали строить нашу ступень нижнюю. Так, ребята, давайте мы будем продолжать теперь. Сегодня мы продолжаем ее строить. Я не знаю, сколько серий мы будем это делать. Я чувствую, что много, если мы будем вот так вот падать. Это очень-очень много, достаточно. Вот реально. Кого бесит падать с высоты в Майнкрафте? Вот пишите в комментариях. Вы только залезли, и вы уже свалились с высоты. Пишите в комментариях. Будет интересно мне прочитать, кто, кому, кого бесит падать с высоты, когда вы только залезли. Так. Тут мы ставим блок. Давайте на шифте. Так, теперь получается, сколько тут? Раз, два, три. Значит, мы его тут вот ставим блок. Теперь тут мы ставим землю. И ставим тут раз. Два, три. Теперь тут точно так же. Раз, два, три. Три. Теперь так, как мне это сделать бы? Так, тихо. Так. Вот тут вот получается. Раз, два. Нет, через блок. Так, значит, мы тут ставим. Раз, два. Теперь мы тут ломаем. Тут ставим блок. Этот мы блок ломаем. Тихо, 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 тихо. Вот это вот было сейчас рисково. Тут мы ставим блок. Теперь берем. Вы пока догадываетесь, ребята, что мы строим. И вот так вот. Так, ну вроде все правильно. И тут мы строим точно так же. Точно такую же конструкцию. Так. Ставим вот тут вот раз. Потом тут мы ставим блок. Потом тут мы опять ставим. Ломаем этот блок. Теперь мы тут ставим... раз, два. Теперь мы тут простраиваем блоки. Так, вот тут вот мы спускаемся теперь. Ставим тут два блока. Ну, вроде все, ребята. Теперь можем вот эти вот блоки ломать. Земляные. И вы уже посмотрите на результат, который был. Так, ребята, ломаем тут вот эти вот блоки. По ряду. Вот так вот. Так, ребят, ломаем. Меня это все бесит! Погнали, ребята. Так, ребят, только туда вы не смотрите. Так. Так, ребят, бежим туда. Дай, ё-моё. Всё, сюда вот бежим. Так.
Нам теперь опять туда подниматься. И опять там сносить все это. Давайте заново. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь, 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 семь. О, слава богу. Наконец-то. Так. Ломаем это все. Тихо. Так. Ребята. И... Да что такое-то? Так, ребята. Ломаем тут блоки все эти. И вы посмотрите, какое это... Это, наверное, самое просто красивое построение, когда вы либо видели в Майнкрафте. Вот реально. Это самая красивая постройка за всю историю Майнкрафта. Сейчас вы это убедитесь. Но, по крайней мере, подписчики в этом убедятся. Ну что, погнали? Ломаем тут вот это вот все. Точнее, собираем блоки наши. Ну что, ребят, давайте. Раз, два, три. Вот сюда вот поднимаемся. И сейчас я вам покажу, какая красота у нас сейчас будет тут. Так, поднимаемся и смотрите. Ну как вам? Да, я знаю, это фигня, но по крайней мере мы будем знать, что это наш дом. Так. Но я написал там Маркос, я надеюсь, вы это поняли. Так, а вот и кроватька. Да, я, блин, слепошарый такой был в прошлой серии. Я же ее, вроде, у меня ее не было. Ладно, ставим сюда кровать и бежим. И почему я Алексом играю-то, я не пойму. Я вон, человечек, давайте этот поставим опять. Фух. Так. Нам бы покушать. Давайте хлебушка покушаем. Хлебушек нам вкусный. Он всегда вкусный, в принципе. Хлеб, он очень вкусный. Так. Пойдемте вот сюда вот. И я не знаю, почему у нас нету до сих пор этого самого, как говорят, верстака. Я это вот не понимаю. Давайте посадим саженцы темного дуба. Я не знаю, зачем они нам, но будут расти около нашего дома. Да, ребят, давайте мы так и сделаем. Так, делаем костную муку и бежим делать саженцы темного дуба. Так, посадим их рядом с домом. Чтобы у нас был огромный дубок. Бежим, бежим, бежим. Сажать наш дубок. Так, ребята, берем, вот тут вот сажаем огромный саженец дуба, так. Это надо сломать, потому что оно может не вырасти из-за блока, который рядом. Ура, ребят, мы вырастили рядом с нашим домом дуб. Давайте вот это вот вырастим сейчас еще. Сосну одну вырастим. Вот так вот. Помните еще с того... С той второй серии, наверное, у нас еще сосна это лежит. Ну и где-то вот тут вот мы вырастим дуб, да. Не получилось, но зато два дерева с 9 костных мук. Костной муки это уже достаточно, это уже хорошо. Так, ребят, может на этом серию мы опять будем заканчивать? Опять мы эту серию сегодня, целую серию прострелили эту штуку. Но, слава богу, следующие серии у нас будут поинтереснее. Поэтому, ребята, давайте мы на этом серию закончим. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, ребята.